В Бангкоке прогремел второй взрыв за день. Бомба взорвалась уже до вокзала. По предварительной информации, пострадавших нет. Ранее неизвестно бросил взрывное устройство в толпу людей и на мосту. Однако она упала в реку, что значительно снизило взрывной эффект. Прохожим удалось избежать ранения. Напомню, серия взрывов в центре столицы Таиланда началась накануне вечером. В результате теракта, по последним данным, погибли 22 человека, более 120 пострадали.